Итак, аккорды в ми мажоре. Аккорд состоит из трех звуков. Тоническое трезвучие, тоника нота ми. Нам нужны первая, третья и пятая ступени. Нажимаем вместе. Первый, третий, пятый палец. Дальше играем обращение аккорда, то есть нижний звук становится верхним. Переносим руку. Пальцы первый, второй, пятый. Это называется тонический секст аккорд. Следующее обращение. Соль диез переносим наверх. Си, ми, соль диез. Пальцы первый, третий, пятый. Тонический кварц секст аккорд. Дальше снова си перенесли наверх. Тоническое трезвучие. Ми перенесли наверх. Тонический секст аккорд. Соль перенесли наверх. Тонический кварц секст аккорд. И си перенесли наверх. Тоническое трезвучие. Потом возвращаемся вниз. Обратите внимание, в тоническом секст аккорде всегда будет вторым. Второй палец играет посередине. Аккорды в левой руке. Аппликатура. Пятый, третий, первый палец на тоническом трезвучии. Дальше обращение первое. Тонический секст аккорд. Пятый, третий, первый. Соль диез си ми. Второе обращение. Си ми, соль диез. Обратите внимание, у нас играет второй палец, да? Дальше опять тоническое трезвучие. Пятый, третий, первый. Тонический секст аккорд. Пятый, третий, первый. Тонический кварц секст аккорд. Пятый, второй, первый. И пришли тоническое трезвучие. Кварц секст аккорд. Секст аккорд. Трезвучие. Кварц секст аккорд. Секст аккорд. Трезвучие.